how you shake it. I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. Привет, зачем ты пришел на батл? Я пришел, чтобы побэтлить с Motherfucker 2.2. Что ты сегодня нам покажешь? Я покажу все, что я могу пока что. Ты готов? Да. Спасибо. Привет, зачем ты пришел сюда? Здорово, съебать этого хуя. Что ты нам сегодня покажешь? Что батл ебать и все. Что мясо. Ты можешь сказать об оппоненте? Что оппонент мой старый знакомый. Все. Спасибо. Это панч батл. Наш оппонент представится. Мадафака 2.2. Так, для жребия. Да, орел. Решка. Заебись, решка. Кто? Ну ты начинаешь. Начинаешь. Первый раунд. Почему? Ты думал, что лирика — это мое призвание. Нахуй сопли — это твое понимание. Ты думал, я только тебе делать могу. Еще могу делать мясо, а ты иди в пизду. А, да, что обо мне, да обо мне. Давайте про Никиту. Чувак, кого ты привел? От долбанного джигита? Это банч батл. Нет, ресторатора Сашки. Ой, Никитос, у тебя тут литл покажет. Так, друг, у тебя такое, сколько у тебя фанатов? Конечно, я буду пробираться, буду я идти дальше, чтобы доказать, что я не маленький мальчик, чтобы доказать, что не сольюсь не я, а ты, и доказать, что твой рэп — это тупые понты. Я знаю, Тахнова приходит к тебе в туалете, ты не читаешь рэп, ты срёшь этим, Никита, ты дно, нище унитаза. Уже обиделся, но это ведь только первая фаза. Я как боксер, но словами положу нокаут. Ты не встанешь больше на поле боя, но нам. Первый раунд, Никита. Я на батлах тут не первый день. Всех суп затягал я за батлы и понял, что поебей. Писать было лень, записывать не было лень. Но все равно, сука, слушатель мой жмет на плей. Твои же слушатели тупо ставят лайк, мужик красава, рэп нахуй бросать. Из ушей кровь это менструация, сударя Эмси. Мой оппонент девчонка, он кровоточит раз в месяц. Братан, убейся головой об стену. Тебе сказала мама, сына, ты уроки сделал. Тебе же в школу рано. Какие клубы, дисы, бифы, а ну назад. Мама, я же андер в рэпе, бля, тоже мне галат. Я думаю, уже по первому раунду понятно, кто на батле победил и за кем тут правда ял. Сражаться в моем амплуа вообще нам бесполезно. Такие говнари, как ты, зовут сопливыми опестовыми. Раунд! Сюда, второй раунд. Да ты рано начинаешь. Нормально. Пусть я не батл рэпер, пусть я читаю лирику. Но могу унести тебя, это как минимум. Послушал твои треки, и я подумал, понял, почему бы тебе не сделать лекарство от запора. Ты сначала был как чувак, а потом побрился на лысо. Я видел фотки, ты выглядел как гуманоид на пафосе. Я видел видео, где ты выступал в Голливуде. Ты орал, как сушка, скрещенная с дятлом в уде. Твой батчер вокруг, а ритм еще хуже. Тебе не рэп читать, тебе и башен борщ на ужин. Что не понравилось, когда я попал тебе в пару? Типа сударь не сможет, ведь он смазливый парень. И типа я не смогу написать батловый текст. Типа я слабака не смогу сделать замес. Нет, как видишь, я стою перед тобой. Есть у меня текст, и он, конечно, мой. А ты не ной, вынести меня будет трудно. А считать за спиной, это, по-моему, паскудно. Ну каково теперь получать везлее того, кого ты называл попсой, но уже все равно. Второй раунд. Ты делал ковер на прокилу, и своими пидорками ты был опрокинут. Ты делал ковер на Ярмака, ну и мудак, салоедом обозвал, а ты качался в так.
Как закаляться стал, я как-то у Влада спросил. Ни одного ответа не было, но сериал повышает скилл. 16 строк он ебашит за 4 минуты, воу-воу-воу. Не надо, не бейте с ним, тетя Монка дыхает, залупа прости. Меня другой стиль сначала стебать, а потом жести тебе твой Хайнс не простит. Выбейте ему мозги, выбирай слова и стили, если ты сопливый пидор, то не надо тут батла жестить, нига. Вспомним уже, кто тут самый пиздатый, а кто из нас кастрат. Это 100%, наверное, из 100. Батл со мной, за тобой тут дерьмовый став. Рам, блядь! Все супер, третий раунд. Быстро. Тихо. Ты помнишь тему нашу, русский андеграунд, мясо? Мы хотели сделать фит с тобою, зараза. Ебать, чувак, ты закосился, такая хуйня. Плохой человек, мягко говоря. Заебал ты меня своим, типа, батлом, рэпом. Тебе-то самому, блядь. Заебал ты меня своим, типа, батлом, рэпом. По-моему, ты не бэтишь, не для тебя все это. Тебе-то самому по кайфу свои строки. Забей на батл и иди учить уроки. Бля, ну и пусть, я тоже школьник, похуй, честно. Ты думаешь, я застал прийти на это место? Хуй тебе, я не боюсь, я смелый чувак, чок. Если страшно тут стоять, ты уходи, если чё. А то я вижу, штаны намокли водичкой, такой желтоватый, на самом деле неприлично. Ссать вас. Смотри, все стоящие рядом с нами. Смотри, не обоссы кроссовки этому парню. На самом деле, ты, в общем-то, неплохой человек. Я тебя уважаю, и четкий у тебя рэп. Вообще, респект тебе. И от души, мужик. Молодцом, у тебя же крафа стоит. Пошел нахуй. Третий раунд. Я долго думал, что же писать на третий раунд. Уже задисил, забэтнул меня. И типа шансы мои по нулям. И типа тысячу раз я текст забыл. И типа я проебал. Ну хуй, мудак, ведь это так. Скажи мне, что тут все не так. Батл на еб, сегодня пиздят сейчас. Да. Где, я читаю, я тут вот, блядь, снимаю уже. Вован, у меня текст на телефоне, блядь, давай я перезвоню. Давай вот, блядь, через 5 минут, могу. Ты слишком быстро. Все, давай. Поддержим. Ну, это прикол. Ну хуй, мудак, ведь это так, что же мне тут, блядь. Ну хуй, мудак, ведь это так, скажи мне, что тут все не так. Батл на еб, судя, 50, приза тут нет, батл хуйня. Рифмы нет, и текст забыл, и все-таки Ермак мне в помощь. Либо отхватить леща, либо признать проигрыш. Поэзии на батле судей не удивить. Им нужен явный фаворит и явный победитель ведь. Здравствуй, Квит. Я тут прямо перед тобой, а этого пидораса за 3 панча уволю. Вспомни на мгновение, кто на студию тебя привел. А первый трек, вы помнишь какой? Сопливый голубой вагон. Там есть про то, как первый раз больно. Мимо беда читал, а сударь был такой довольный. Тоже мне, блядь, битва или сражение. Не спал 3 ночи за респект и уважение. Мужик, батл — это самовыражение. 3-й раунд, спасибо за батл, опыт и приглашение. Раунд, блядь! Кто, по твоему мнению, победил батл? Ну, на самом деле, батл был зрелищный, не знаю, как там будет на видео, но это было очень интересно, и оба оппонента довольно-таки неплохо подготовились, но Никита Мадафака 212, у него была более такая сильная подача и рифмы.
и интересные такие напевки у него были, чего не было у Сударя МС, но у Сударя МС были некоторые шутки и панчи более лучше, чем у Никиты. Поэтому, по моему мнению, победил Никита. Мадафака 212. И это панч батл. Кто, по твоему мнению, победил на батле? Кучерявый. Слева, который. И все. Почему? Потому что он, ну. Голос куплен. Ну как-то у него подача была по увереннее, там все заебись. Все. Спасибо. На здоровье. Нет, не улыбайся. Кто, по твоему мнению, победил на батле и почему? Мамка твоя победила. Победил, мадафага, потому что, короче, блядь, куплено все, ебать. Меня купили за бутылку пива. Ясно. Все, блядь.